лету Старозагора полностью обновится. Здесь высадят 1000 роз, почти 200 деревьев. Обновят плитку, установят новые лавочки и фонари. Приведут в порядок фасады домов. Разместят праздничные плакаты и перетяги. Также в планах обустроить детскую и спортивную площадки. Особое внимание глава города Олег Фурсов поручил уделить незаконной торговле на Старозагоре. Сейчас на улице расположено больше 40 киосков. Задача такая – максимально очистить улицу Старозагора, чтобы видовые все, значит, пейзажи, они были видны, понятны людям. Мы должны расчищать общественное пространство. На кольце улиц Старозагора и проспект Кирова планируется установить памятный знак, посвященный русско-болгарской дружбе. К 50-летию Старозагора в Самаре ждут делегацию из Болгарии. Для гостей города и для всех самарцев готовится большая культурная программа. 18 мая мы предлагаем праздничный молебен и церемонию возложения цветов к надгробию могилы Петра Алабина в Иверском монастыре. Торжественное городское собрание. И 21 мая мы предлагаем концертную программу «День Самарского знамени» на набережной с участием детских духовых оркестров, хоровых коллективов. Чтобы горожане лучше познакомились с историей русско-болгарских отношений, на время празднования в Самаре на 23-м маршруте автобуса и 17-м троллейбуса будут организованы экскурсии. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин. События.